Денис, скажи, почему для тебя было важно все-таки проголосовать в этот день? Начинаем новую историю. Все по-новому. Так что, сейчас отодвинем от Донецка, люди начнут строиться все заново. С новой главой, в которую я верю, который ничего никому не обещал. Так что посмотрим. Наше дело освобождать, их дело строить. Юрий, последний вопрос все-таки. Да. Ты наверняка тоже был на референдуме. Вот для тебя референдум и вот эти выборы, в чем отличие? Ну, что отличия, в принципе, никакого нету, по большому счету. Только в тот момент мы начинали новую страну, а теперь мы будем эти выборы будут развивать в данный момент. И люди делают свой выбор, кого они хотят видеть во главе этого государства, как и я, как и мои бойцы. Так что в данный момент самое главное, чтобы ребята проголосовали, потому что желание у всех есть на 100%. Но они не по приказу идут? Нет, никаких приказов я не даю никому. Это выбор, это личное мнение каждого человека. Не имеет значения, это мой подчиненный или просто свободный человек. Так что в данный момент, сейчас мы поедем, возьмем урну, поедем на переговоры. Закрывай, он вместе будет ехать за этой. Еще одна езда. Я как его услышал, что он меня. Аккуратно, мы тебя подтягаем. Передовую в аэропорт. Отсюда всего лишь в 200 метрах находится международный терминал, где укрепились украинские силовики. Здрасте. Павлович, скажи, на передовой тоже паспорт какой-то взять? Ну, я беру. Куда прячешь? Бронежилет. Скажи, для тебя почему важно проголосовать на этих выборах? Защищая свою родину, хочу, чтобы была своя власть. Ту, которую нам навязывают, меня совсем не устраивает. Скажи, вы долго находитесь на передовой, возможности, наверное, выехать нету? Нет, возможности нету, на передовой месяц. Я недавно вот защищаю. Распишите здесь или здесь? Да, вот, Стрелкову подписано. Славянский были, да? Да. Вот, пожалуйста. Девушки выкидай. Вот. Девушки, девушки, заселите, да. Вот чем горжусь. Сгорело все.
Собрание проголосовало немножко на других позициях, извинениями он также сопровождал на передовую, но предлагаю послушать. Ну, обождение, я всю машину их не дал. Смысла никакого нету. Для этого не нужно, понимаешь? Он едет искать своими бойцами, я считаю, это. Так, а вот у кого, ну как сейчас вот международный криминал? То есть там они сидят в подвале? Никого там нету, он пустой. Там есть подвал, с которого они пытаются влазить, вылазить там свое, нос свой высунуть. Покидают наш вогами там. Или корректируют, так и легят. То есть Пореченко однозначно по пустому зданию стрелял? Да не стрелял он ни по каким людям, ну бред, ребят. Человек снимается в фильмах, в реальных фильмах. Годовые ворота, прощай, это самый такой фильм, который хороший, да. Да, мне нравится, он снят на реальных событиях, тем более. Человек просто попробовал настоящего боевого утеса. О, посмотри, вы кого-то видите, что там украинские военные где-то сидят. Там пустое место. Ну да ладно, возьми. Он просто выстрелил несколько раз и все. Ничего здесь такого сверхъестественного нет. Вот сюда дверь. Да. Разбились там все. Бронетранспортер пробивает? Да. Налегке. А отдача сильная? А? Отдача сильная? Ну, я не знаю, кому как. Для меня нормально. Понятно. Какого он года выпуска, не знаете? А? Года выпуска какого? А тут написано, 42-го года. 42-го? Да, вот. А где проживает? А, по прописке. Мариуполь, Донецкая область. Так, куда они? Поедем. Приветствую, братва. А позвони Паше. Паш! Давай вот так. Здесь вот. Для командования не знаю, что я здесь. Вы мне палите. Такой он был. Вот ко мне. Ну. А? Головой не верти. А, ну все, замер, давай. Подумай.